Сейчас попрошу приготовиться мужскую часть присутствующих зрителей. Если кто-то из вас отошел или еще не дошел, убедительная просьба вернуться к нам. Иначе вы пропустите зрелищное выступление обворожительной девушки. Всем известно, что самая красивая осанка и грациозная походка у девушек Востока. Но это не так. Наши девушки к этому очень долго готовились.